Поздравляю вас с самым замечательным, самым дорогим праздником для жителей Российской Федерации и всего бывшего Советского Союза с Днем Победы. День Победы правильно пишется в песне Тухманова и Харитонова, что этот праздник великий, но со слезами на глазах. Победа досталась ценою 26 миллионов жизней лучших сыновей и дочерей Советского Союза. В прошлом году я был на концерте на Владикавказе Аллы Хадиковой. В концерте принимал участие вокальная группа «Чегемские водопады». Это группа народной песни. И перед выступлением руководитель группы вышел и сказал, что как только мы переехали границу Осетии, мы были поражены. Столько памятников, столько монументов, столько символов участникам Великой Отечественной войны мы не ожидали увидеть. Особенно их поразил памятник братьям Газдановых. Они рассказали историю этого памятника и спели песню на слова Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля. Это было очень трогательно. И пусть эти журавли летят по всему свету, символизируя великую победу великого народа.